Например, в этой компании у нас нет второго героя, нет генерала Тарха, с которым постоянно идет какой-то диалог, но при этом его как героя здесь нет. Задача этой миссии — ушатать трех противников. Ой, даже не трех тут. Тут их много, но, возможно, что-то это кто-то из таких квестовых. Раньше лорд Эландрю всегда был одним из самых убежденных сторонников Эмилии. Эмилия наша. Найтхевен. Но недавно до королевы дошли слухи, что он собрал целую армию, чтобы напасть на нее. Все попытки связаться с ним ни к чему не привели. Что происходит? Эмилия решила узнать правду. К тому же, что еще хуже, один из капитанов Салмира вступил в ее землю, чтобы посеять смуту. Так. У нас появляются уже первые титаны и джинны в армии. Есть второй город, в который я постепенно буду расстраивать. А здесь, видимо, главным героем проходить... А, вон, фиолетовая палатка как раз. Это первая палатка, которую я встретил. И есть проход. Все, вижу. Фиолетовая. Десятки вампосов, десятки кислотных. Ой, я без маны не смогу их пробить. А, ну ясно. И тут прохода нет. Свора церберов, гарпий. Добежит, что ли? Не, не добежал. Вот собака, а. Ох, и тут один. И МД-дочь Тор переподписан 53 месяца. Ё-моё, МД-доктор, здравствуй. То есть надо дождаться подкрепу и идти в сторону телепорта. С телепорта убивать грифонов, собирать ресурсы, артефакты, самое главное, палатку. После этого ТП-шиться куда-то порталом. И идти в сторону первого гарнизона фиолетового. Потому что чувствую, если я сейчас запущу ситуацию, то эти гады будут из всех порталов, которые понатыканы, вылезать постоянно и гоняться за ними, отвоевывать шахты. Это сомнительное очень удовольствие. Так, запрыгиваем в телепорт. Нам нужно в левый. И тут свора грифонов. Золотую шахту, золотую мы отвоевали с вами. Мне кажется, надо будет сделать несколько единичек. Хотя бы троечку. Наверное, даже четверочку. Все готово. Без проблем, без потерь. Справились с 200 грифонов, получили уровень. Дальше, в первую очередь, я пришел сюда за палаткой. Берем кольцо лепрекона. Выделяем еще одного джина. Собираем ресурсы. Тут не от кого разогнаться, так скажем. Мы ждем, смотрим, как будет себя вести. Пытается убежать как раз. Но ходов мне должно хватить. Погнали. За ним как раз. Здравствуйте. Че там как? Армия серьезная. Ну, 56 магов. Герой 9 уровня. То есть ты абсолютно можешь кастовать, даже если цель прикрыта. Откупиться. Ладно, давай, деньги сейчас нужны. Вот. Куда мы сейчас направляемся? Основным героем мы направляемся вот к этим воротам фиолетовым. Впереди нас ждет как минимум один вражеский герой, а также захваченные шахты. Храм. Ну, это подкрепа просто бежит. Возможно, даже нулевым сможем. А вот этот герой... Он... Его надо убивать. Погнали. Три героя здесь. Гранки, маг второго уровня. Сьюзик, маг второго уровня. И Минасли, маг второго уровня. Ну, Басли. Просто убежал. А, этот пытается могилки героев утащить с собой. Куда побежал? Ой, какие они хитрые, а. Все, поскакали главным героем. Наша задача... зайти через гарнизон, посмотреть, что там. По сути, это... наверное... единственный возможный сейчас такой нормальный путь. Мы открыли с вами палаточку.
стало понятно, что можно идти вот только сюда. Блин, эта фиолетовая палатка, оказывается, охраняла нычку с титанами. Ну, еще какой-то... Возникает вопрос, как мне дальше проходить. Ну и мало того, что мы сейчас можем закупить какое-то количество титанов. Трех, но не хватает драгоценных камней. Так еще эта нычка постоянно будет работать, и мы сможем караванами потаскивать отсюда подкрепы более-менее регулярно. Но учитывая то, что это замок, может, он не будет даже нападать. Нет, собака идет. Ах ты гад. Да нет у него нормальной армии. Какого хрена он лезет-то, не могу понять. Изи. У юнитов, которые стоят на вышках, там плюс 100% защиты, что ли. Так, горняк, казначей, горняк или казначей. Я думаю, приоритет это захват города. Пусть он не мой родной, но, по крайней мере, пойдет разведочка. Может, там сидит кто-то за рулем. У них есть глаза. Они следят за мной. Тут есть дерево на плюс уровень. Есть перчатки наездника. Но они не особо нужны. Здесь можно попробовать потихонечку отстраивать... Во-первых, конюшня, самая первая. Сразу скорость перемещения. Отстраивать порядок. Тут нет никаких ценных ивентов вообще. Зато мне показали, где находится... Дерево опыта, город Хуманов. Это должен валить от меня. У него слабее армия. Догоняем, убиваем. Пес убежал. Вы сможете нанять героя в этой таверне. А, завтра. Я не прочитал. Блин. Подстава. Здесь проверяю, что за квест. Спрячемся в замок. Да уже титанов вагон. Да этот замок сейчас захватит в один ход. Эх ты гад. Эх ты гад. Я не добрал, конечно, уровень. Ну, я дропаюсь. И... Ну, вот он сидит. Ставим галочку. Быстрый бой. И заканчиваем миссию, что ли? Нет. А, нам Лэндрю нужен, а не Оливер. Это два разных человека. Что? Что это? Что это за троллинг от игры? Ну вот как? Ну как? 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 Собака. Мне кажется, что проход как раз вот... Я должен был упираться сюда, здесь стенка. Вижу, о, суша, дропаюсь на сушу, и там тупик. Вот такая логика у создателей. И только в самом низу возможность... Ах ты, тварь! Ух ты, собака! Серьезно? Ладно, в следующий раз будем искать. Друзья, переключаемся на Диаблу. Соколик Диабла, это будет интересно. Выходим. Соколик, на всякий случай. А, ты же видел, наверное, этот клипчик. Только сейчас я, наверное, поменяю название трансляции, потому что Диабло ожидалось чуть позже, как и Сокол. Убираем этот анонс и подтягиваем поближе второй. Поближе, но так, чтобы не было уведомления. Таким вот образом. Так, Соколик уже нас ждет. Халло. Халло. Какой клип? Который Оли мы показали уже. А-а-а. Ты не видел? Yes. Или видел? Я понял. Понял, да? Она, кстати, была очень недовольна.
Ну вот, вот это я понял. Так, ну хорошо, я создаю новую игру, получается, да? Ну, продолжаем. Да. Ты в курсе, да? Это не тот маг.